В Шымкенте сотни человек узнали, что без их согласия их прикрепили в совершенно другую поликлинику. При этом медицинское учреждение расположено далеко, и туда не ездят автобусы. А добираться на такси для пенсионеров накладно. Высказать свое возмущение они пришли к городскому акимату. Мы были прикреплены к той поликлинике всю жизнь, но вот узнали, что теперь числимся в другой. Как так, без нашего ведома? Нам туда приходится ездить на такси, а вы цены на них видели? Мы хотим, чтобы нас вернули обратно в третью поликлинику. Оказалось, что перевести пациентов в другое медучреждение планировали еще в 2019 году. Помешал карантин. Сделать это удалось лишь сейчас. По словам главного врача города Бакыжана Пазелова, так пытаются снизить нагрузку на переполненную третью поликлинику. Также поступили и с пациентами 10-й поликлиники. А транспорт до нового медучреждения должны запустить с 1 декабря. Сейчас мы туда поставили автобус за счет компании «Атамекен», она будет возить людей. В любой момент они могут обратно вернуться, они достаточно написать заявление в ту поликлинику, в которую они раньше ходили. Но, уверяю вас, это все делается для того, чтобы улучшить качество медицинской помощи.